Bullseye. Я всех приветствую, братья сталкеры, с вами Дима. Я поиграл во множество модификаций, но две из них меня немножечко удивили. Это модификации Черный Сталкер и Дезертир 2. В этих двух модификациях я заметил такую необычную геймплейную особенность, то что расход денег отсутствует. То бишь, мы продаем предмет, деньги увеличиваются, а покупаем предмет, деньги не тратятся. Я порыскал немножечко в папках игры, очень долго искал и все же нашел, как эту функцию отключить. Как эту функцию включить и как эту функцию включить в других модификациях. Я попробовал установить этот конфиг, специальный файлик в обычный Stalkers в Припяти. Попробовал в стимовской версии, к сожалению, ничего не получилось, игра просто вылетала. И пробовал пиратский зов Припяти без всяких модов. К сожалению, игра тоже вылетала, так что это возможно только если у вас какая-нибудь модификация или присутствует папка GameData. Ну что ж, давайте перейдем к папке игры. Ну что ж, вот мы и перешли к папкам игры. Я специально установил Черный Сталкер 2. Ну что ж, давайте посмотрим, где находится, во-первых, этот файлик. Заходим в GameData, Config Gameplay. И ищем такой... Вот он, кстати, нам сразу попался. Это общие параметры, вроде бы как называется. Нам нужен такой параметр, как инфинитив. Вот он, кстати, мы его сразу нашли. Видим здесь единичку. Единичка, ну, значит, всем, надеюсь, понятно, что это типа вкл. Ну, то есть функция включена. Если же нолик, функция выключена. Заходим в папку с CGM. Делаем то же самое. Config, gameplay. И ищем этот же файлик. Вот он, я его нашел. И открываем обязательно с помощью нотепада. Но если у вас нет нотепада, попробуйте открыть с помощью блокнота. Мне кажется, ничего не изменится. В CGM 2.2 эта функция отключена. Давайте попробуем включить и проверить, работает ли эта функция вообще. Сохраняем. Ну, естественно, закрываем файлик. И заходим обратно в CGM мод. Ну что ж, ребят, вот я загрузился в CGM. Давайте попробуем поторговаться. Я приготовил несколько артефактов, которые я хотел бы продать. Так, вот эти два я хотел оставить. И давайте купим какой-нибудь артефакт. То есть у меня здесь денег 2 миллиона 150 с лишним тысяч. Давайте купим вот этот вот артефакт. Две штуки. 28 тысяч у нас уйдет. Смотрим на цену. Деньги не потратились. Ну, как хорошо. Так, давайте проверим с другим торговцем. Заглядывай, посмотрим. Купим у него что-нибудь. Вот батареи очень часто покупаю, бинокль мне не нужен. Спасибо. 500 рублей тоже вроде бы не потратились. Бежим к Сычу. Скорее всего, то ну будет что, то же самое. Подлагнул очень сильно. Кто-то подгрузился, блядь. Давайте купим экзоскелет за 60 тысяч. Деньги не тратятся. Мне экзоскелет не нужен. Ну его нафиг. Еще, мне очень хочется проверить, что будет, если я начну игру заново и попробую поторговаться. Просто я загрузился, этот сейф у меня уже был. Мне интересно, что будет, игра ли вылетит или нет. И вот это меня больше всего интересует, потому что в некоторых играх может произойти вылет. Давайте я начну игру заново, подбегу к торговцу и попробую с ним поторговаться. Так, вот я загрузился, бежим быстрее к торговцу. На южном КПП, вроде бы так оно называется. Так. Ну, игра, по крайней мере, не вылетела. Это очень хорошо. Быстренько побежим. Да, южный блокпост. Название не забыл. Хорошо. Бежим быстрее к торговцу. Проверять. Так, привет. Давай поторгуемся. Так, у меня всего 2000. Давай купим на 1000. Деньги не тратятся. Ну, в общем, все работает. Ну, в общем, все работает. Если вам хочется выключить эту функцию, вы знаете, в какую папку надо заходить. Ну, а с вами был Димак. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в новом видео.